До начала дачного сезона остаются считанные дни. Уже 2 мая садоводы и огородники традиционно потянутся на свои участки. Осуществлять перевозки на 29 этих маршрутах будут 52 автобуса среднего и большого классов. Как отметили в профильном ведомстве, в новом сезоне перевозок по дачным маршрутам изменений немного. В частности, они коснулись перенесения отправной точки 165-го маршрута. 165-й маршрут у нас раньше уходил с улицы Бакинской, сейчас он немножко изменил конфигурацию. Минтранс его по инициативе перевозчика поменял. Теперь он уходит с Хлебной площади, но на Бакинской также останавливается и забирает пассажиров, как и ранее. Поэтому, если кто-то садился на Бакинской, ну, для этих людей ничего не поменяется. В этом году сезон дачных перевозок начался позднее обычного. Его решили перенести из-за религиозных праздников, которые выпали в том числе на 1 мая. 3 и 9 мая, а также 11 июня автотранспорт будет ходить до городских кладбищ по 8 маршрутам. Неизменной остались подготовка подвижного состава и правила нахождения в салоне во время пандемии. При посадке в дачный автобус пассажиры должны иметь при себе средства защиты. Проверять их ношение будет специальная контрольно-ревизионная группа. Также все автобусы проходят ежедневную мойку и дезинфекцию. Обрабатываем специальным средством, которое одобрено Роспотребнадзором. Обрабатываются все поверхности, которые соприкасаются с пассажирами. Это поручни, сиденья, двери, кабина водителя. Ну, в общем, все то, что может, должно быть обеззаражено. Начало сезона дачных перевозок с нетерпением ждут жители города. Галина Жвакина, садовод со стажем, говорит, каждый год пользуется только автобусами. Это очень удобно. Пользуюсь транспортом. Потому что мне очень выгодно и очень удобно. Он прям доезжает до моей дачи, где мне там, ну, от автобусной остановки, ну, там, ну, 100 метров я дохожу пешком. Вплоть до 31 октября дачные автобусы будут курсировать каждый день. Некоторые маршруты, такие как 171-й, 2 дня в неделю, другие возьмут оставшиеся 5. Стоимость проезда для жителей не меняется уже на протяжении 2 лет. Также в салонах автотранспорта действуют специальные садово-дачные и льготные карты, такие как карта школьника. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, Григорий Плешаков. События.